Символ веры. Новоуренгойская соборная мечеть объединяет мусульман города. Напомню, разделение среди паствы наметилось после сноса приспособленного помещения, в котором находилась мечеть Нур-Ислама. Но благодаря активной работе духовных лидеров раскола удалось избежать. Подробности далее. Объединить мусульман Нового Уренгоя можно только просвещением. Это главная цель, которую преследует муфтий духовного управления мусульман Ямала. Признаки раскола среди прихожан обнажились после сноса приспособленного помещения, в котором находилась мечеть Нур-Ислама. Но благодаря работе духовных лидеров разделение удалось избежать. Наша мечеть всегда открыта и всегда миролюбиво встречает своих прихожан. И надо отдать должное имаму, бывший мечеть Нур-Ислама, тоже за его гражданские активные позиции. И он тоже среди своих прихожан провел огромную работу по объединению мусульман Нового Уренгоя. Сегодня большинство прихожан – молодые люди. По словам муфтия, именно с ними сейчас нужно вести большую просветительскую работу. Часть постсоветского поколения была упущена в плане духовного воспитания. Сегодня главная задача имамов – не дать им отойти от основ традиционного ислама. Эти молодежь стремятся к знаниям, но их родители в свое время не заклали им фундамент традиции религии. Религия ислам, он един. Коран не может поменять, но отпечаток культуры народа, традиции народа веками свой отпечаток хороший дал каждому народу, исповедующий ислам. Новый Уренгой – город многонациональный. Цель духовенства всех конфессий – донести до паствы идею мирного сосуществования. Любая традиционная религия говорит об одном – нужно жить в мире с собой и с окружающими. Павел Прожогин, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».